ей. Фига себе у лансера плюсиков. Вообще офигели, что ли? Ничего себе, 360 плюсов. Как так-то вообще? Чё-то какашка какая-то. Давненько меня не было. Так. Окей. Онлайн. Сейв чейнджес. Окей. Окей. Чё, слышно меня там, да? Все окей, да? Фига себе. Скоро турнирчик начинается. Братишки, не забываем про чекин, короче, переходим по великой ссылке. Дефали Артур номер 67. Заходим в StarCraft, кладем свою липкую ладошку на мышку и готовимся. Йода, автор Моза Найера. Absence, how do you feel about hosting another Defiler tour? As always, in the abyss of sadness. Окей. Громче, громче. А я не могу громче. У меня и так там по максимуму. Одна минута до старта. Короче, ребята, 44 человека. Еще не поздно. Быстрее, быстрее все. Срочно. Срочно. Ай, Треша Пронин чекин не прошел. Финита. Кто тут еще? Альфио, Аймкинг. Трофл. Пухлый член команды ФРСР Куст. Короче, кто тут еще остался? Лакфри Террор. Босс какой-то. Флиска. Флиска нету. Что мы будем делать без Флиска? Окей. Че, забанить кого забанить я вообще? Ну, Скана не очень прикольно банить. Пусть живет пока что. Так, мне нужно... Да не могу я громче. Как громче-то делается? Сейчас проверю, может быть, тут что это не настроено. Input. Input это хорошо. Микрофон. Ну, на максимуме стоит, не знаю. Не знаю, что сказать. Не, все хорошо. Громче орать? Нет, я не могу громче орать. Я могу поближе к микрофону придвинуться. В общем, надеюсь, все нормально. Мне пора сетку мутить, так что все. Помолчите пока что. Так, кого вы мне удалите из сеточки? Пани Дранку, может быть. Кого бы тут? Не, ладно, пока что никого трогать не буду. Full Double Elimination будет BO3, BO1 в лузерах. Ну, в общем, все как обычно. Че там, суперфинал BO5, я думаю, это всех устроит. С учетом того, что, скорее всего, в суперфинале. Ну, вы сами знаете, кто там окажется. Вот, я как бы это, чекин не прошел, потому что решил немножко потренироваться перед тем, как... Начну, короче, крушить все подряд. Уничтожать. Да, окей. Гоу-гоу-гоу, конечно, гоу-гоу. Да, ну и я сразу буду стримить какую-нибудь жертву. Ой, привет, жена. Все, у меня тут уже турнир, не отвлекай меня. Дверьку закрой. Окей. Так, стойте-ка. А скан у нас... А где скан? А чё я в сетке скана не вижу? Я хотел... А, нет, скана плохой. Плохой оппонент, не очень. Окей. Brackets. In my profile.
Я потом еще это небольшое вступительное слово возьму. Но это потом в перерыве у нас, как обычно, будет, я уверен, огромные временные задержки, и там я развернусь, расскажу, что как там по планам и всякое такое. All can go play. Да, ничего не перепутал. Ну и кого мне постримить-то, ребятушки? Давайте найду. А где все? А, вот все. Ну, я думаю, что, скорее всего, Лансер Икс будет нашей первой жертвой. Так, а где ты? А, Лансер Иксом. Йода, создай нам. А, ну или ФР Верди, что, для начала пойдет. Ой, вот так надо писать. Я уже забыл все. Все забыл, Йода. Карта у Верди. У Верди. Какая карта у Верди? У Верди Колосеум. Ну что же, у меня должен быть Колосеум, я думаю. Да, он у меня есть. Может, даже с апсами найдется. Ну, все в порядке. Окей. Так, Верди зашла. Точнее, зашел. Верди, как известно, у нас оказался мужчиной. Непредсказуемо оказался мужчиной наш Верди. Окей, я надеюсь, у нее достойный оппонент у нашего мужчины. Я надеюсь. Тиран, ТВПша у нас будет в самом начале. Окей. Гоу. Все готовы? Гоу, конечно, гоу. Руки-то помнят, ребята, руки-то помнят. Так вот, почему я чекин не прошел. А, потому что не захотелось позориться. Если прямо сказать, то попросту не захотелось позориться пока что, но я тренируюсь усиленно. Да, чеченским суровым мужиком. Спасибо, что подсказали. Да, я вижу, что тут все в порядке. Все ребята там развели рабочих вроде бы. Значит, еще не нубасики. У меня, кстати, мышка сломалась совсем. Кликает через раз. Но она у меня уже давно кликала через раз. Но сейчас прям вообще кошмар. Ладно, хватит слушать мои отмазы. Значит, ТВП Колосеум. Сейчас попробую что-нибудь родить. Умного. П. Ну да, П, конечно. Что-то громко. Дайте-ка потише сделаем. Пилон. Если я все правильно помню, саплай надо было ставить где-то вот здесь. Вот здесь всегда через стеночку играет. Вроде бы. Но это по старой моде так было. Сейчас-то я не знаю, что. Лично я приверженец такого убеждения, может быть, ошибочного, что StarCraft Brood War, он все время развивается, тут еще можно что-то придумать, какие-то новые страты, и вот Терран нам демонстрирует, как бы, нате телезрители, саплай непонятно где, и поехал на разведку, неужели вниз, неужели стримхака, да, стримхака, как и Верди, а не, через центр, не через центр, увидел все-таки, ну, отлично. Увидел наш тиранчик. Вроде бы, да, это все правильно. Барак как надо. Вообще не нубасик, и газ подзаказал. Ну, красавчик. И здесь вроде бы тоже все хорошо. Сейчас я буду долго вспоминать, что надо говорить во время игры. Ну, правда, давно уже Йода не клал липкую ладошку на мышку. Давно не засовывал микрофон себе в рот. И не вел долгие монологи. Окей. Че тут пилончик? Все красиво крутится. D плюс not bad. Да, конечно, not bad. Ну че, первая игра? Первая игра — это нормик. Я надеюсь, что он это не помрет с первой атаки. Это самое главное.
Не, Терран умеет контролить. Видим, что разведка ездит все время. Явно не нубасик, явно не лансер X какой-нибудь. С первой атаки умереть не должен. Кажется, мне сейчас нужно смотреть на Террана, да? Поставит ли он вторую Factory или еще рано. А, ну тут один рабочий на газу. Йо, да все помнит. Один рабочий — это экспаншн вроде бы. Магнитофончик. Магнитофончик для того, чтобы лимит повысить. Конечно. И два марика. Два морячка. Табуреточка. Радиус. Ну, как это ни странно, особой революции в Старкрафте не произошло за время моего отсутствия. Короче, все как и было вроде, ребята. Да, мир стоит на месте. Несмотря ни на что. Мир стоит на месте. Ой, мышка выскакивает. Три морячка. По-моему, надо еще морячков производить, если... Ну тут проход больно широкий, рампы нету. Точно нужны еще морячки. А то Верди придет, отконтролит. А Верди уже идет. Да, две табуретки. Морячки. Морячки. Разведочка. Не знаю, грамотно ли это. Да, самое время по контролю сейчас Террану, пока нет радиуса у Протоса, можно поснимать щиты. Я думаю, это правильный маневр. Хотя, может быть, и нет. Мы видим, что щиты снял с одного, но при этом получил как следует в спину зарядом плазмы. Вот это да. И здесь Нексус. Верди просто сразу показывает, что она умнее. Давайте я ее буду называть она, потому что мне так привычней. Да я думаю, Верди особенно не обидно. Чё? Столько лет ходил в платье. Че уж теперь на пенсии-то раскрываться. Короче, будет женщина у меня, Верди. Да, он раскрылся, он стримы вел. Говорил красивым мужским голосом. Окей. Так, ну что? А, здесь тоже ЦЦ, я не заметил сразу. Короче, да, ЦЦ, лимиты примерно равны. И Терран пошел вперед, вот у него два танчика. Но атаковать неудобно, тут снизу вверх. Впрочем, Протос не стремится входить в прямое столкновение. Ой-ой-ой, что такое? Что происходит? Почему Терран не жмет на атаку? Вот это да, вот это скилл! Нифига себе! Вот это да. Ну, Терран молодец, заметил, что тут подставушка. И пошел вперед, что ли? Нет, не пошел вперед. Совершает ритмичные движения вниз-вверх, как Йода учил. Так, а что? Хей, Йода, да. If you have a VO, you can write to me and I fix your problem. Immediately. Because I don't play today, I give a chance. My OPA not login. Wait another 5 minutes and write to me again. Окей. Так, ну что, смотрите, Верди-то отконтролила вроде бы все. Один драгунчик у нее остался. Да, и вроде потери не особенно большие. Короче, Терран-то у нас нубасик, короче, да. Подвела его липкой ладошкой. Минки поставил. Номер 4 ВО. Окей. Давайте, пока тут экшена нету. Ладно, поставлю техническую победу. БО 3. Е, Шури. Видите, какие люди у нас? Новички, правил даже не помнят. Или не знают попросту. Здесь тем временем Роба. Любимый юнит Лансера X. You fix my OPA, в смысле. Another player. No, just wait him or read the rules. Да, всегда можно потратить время с пользой, например, прочитать правила и узнать, что оказывается. Можно как бы номер строчки назвать. Кстати, барак потерян. Не заметил я. Ну, видимо, да, был потерян барак, цитадель Фадун. Все по классике. Насколько я помню эту самую классику.
Да, и Ревачок полетел. Что тут с туретками? С туретками вроде бы порядок относительный, хотя здесь, наверное, не хватает вот здесь туреточки для полного фэншуя. Окей. Окей. О, я Марвина вижу. В мини-чате Марвин, по-моему, чекин не прошел. А зря, Марвин, там такие оппоненты красивые. Скан, Зики. Есть как бы на ком показать скилл. Все, по-моему, не тренируются, кроме Скана. Но вот на Зики можно показать скилл, мне кажется. Сейчас самое время покарать какого-нибудь задрота, повесить его скальп на стену торжественно. Ну и радоваться. Ай-яй-яй. Бум, сучка. Ай! Не, все нормально. Зелоты выгрузились. Бум, сучка! А-а-а, на, получи! Ай, ривер, ривер, сдох. Как же так, как же так? Танчик почти сдох. 9 хитпоинтов. Что же будет? Взрывается. Как же так? Вультурки не успели подъехать. Адский контроль просто. Адский контроль, короче, с обоих сторон. Пацаны тренировались. Сразу видно. Оп! Через патрульчик. Тиран-то могёт. Могёт, ребята. Но Верди, как мы видим, забыл и вообще про тех двух зелотов. И попросту вставила третий Нексус. Куда нужно ставить третий Нексус на этой карте. Арбитр, трибунал. Все так быстро. Так динамично. Я уже и забыл, насколько это все быстро. Че тут? А только две факты. А почему только две факты? А, и три факты. И Старпорт. О чем это нам говорит? Четыре факты. И Старпорт. И Старпорт почему-то не мигает. А ведь он должен производить веселый юнит под названием Дропшип. Веселый юнит, потому что он делает весело. Окей. Не, веселья не будет сегодня. Похоже, Старпорт был поставлен для красоты, ну или для того, чтобы производить второй грейд атаки. После весельницы, разумеется. Йода все помнит. Все помнит. Окей. Так, ну что. Верди по тактике положено сейчас ходить по карте и производить всякую фигню. Кстати, сколько у него гейтов? 4 штучки. Фотоночка. Что-то гейтов маловато как-то. Зато грейд атаки должен быть пока что по нулям, но будет. Все как надо. Фотоночка. Окей, магнитофончик. Академия. Что-то мне не нравится в развитии Терана. Нет, вот он, веселый юнит. Веселый юнит появился. Два танчика дропать — это не феншуйно. С моей точки зрения, это вообще не феншуй. Двумя танками ничего не сделаешь. Если вы, конечно, не владеете изумительным приемом фэнтези. Ну, это когда, короче, сверху дропшип, а снизу пачка вультур. Бегает, развлекает по карте все. Ну, так просто дропшип с двумя танчиками. Мне кажется, это не очень умная идея. Окей. Но посмотрим. Вдруг Теран тот еще затейник. Вдруг сейчас что придумает. Ай, лаги, лаги, лаги. Как так, как так? Теран все видит, Теран разворачивается. Экстра хай латенси, не знаю, в чем причина. Я думаю, что это не я. Вряд ли это я. Микро. Слайд-шоу. Окей. Верди включил это ренты. Так, а что? А, ну и обратно. Ну, конечно, классический тирановский прием. Слить дропши просто так. Это классика Терана. Все тераны так умеют, этому даже учиться специально не надо. Окей, так, ну что, 4 танчика, лимит. Вы сами видите, какой лимит, какая разница. И тут еще по красоте ЦЦ встал. В общем, ну давай Верди добивай, что ли. Мне кажется, можно добивать, хотя Теран сам убьется. Number of match. Да, Теран, я думаю, сейчас сам убьется. А Верди должен убиться. Выйдет и сломается по красоте.
Без шансиков особых. Джиджи. Ну, красивая, достойная. Достойная игра. Ладно, недостойная игра, так себе получилось. Давайте искать скана. Скана в онлайне или вот Трутача. Можно даже Валоса. Ну, Псайб, это кто-то знакомый мне. Good luck with the Rusher. 12. Окей, Хаджука нету. Хаджук это СП Скайнет. Этого парня я помню. Disappear after first game. Окей. Так, good luck with the Rusher. Good luck with the Rusher. Окей, good luck проходит дальше. 44 человека, кстати, это маловато, мне кажется. Я пришел проводить инспекцию. Чего инспекцию? Это наеденности. А, я его кормил. Ну, ты можешь его обедом покормить. Ага. Так. Да, павер, точно. Так, Трутача. Трутача мы пропускаем дальше, не захотел играть. И его трусливый оппонент. Йода, правда, тоже трусоват сегодня оказался. Но это только сегодня. Только сегодня. Друзья, вот куплю мышку и прям сразу вернусь в лоно церкви. ЕСБО-3. Фобос. Очень старый игрок. D+ даже добавить не может. Очень давно играет, и у него проблемы. С C-минусом всегда была. Однажды он его, конечно, набрал, но ненадолго. Окей. Так, а что? А где? Кого дальше-то смотреть? Ой, мне что-то пишут. Ой, я, оказывается, похрюкиваю. Извините, ребята. Йода рассказывал, чем... Не, я собираюсь заниматься рассказами и ностальгией, когда появится какой-то временной отрезок. А, го-го-го. Я хочу вас посмотреть. Hello. Да чё, начало турнира, достойных пар все равно нет, так что. А чё компьютер? А, лаги? Окей. Я, вот если лаги, ладно. Идите в задницу. Сами играйтесь. Ой, 70 телезрителей. Кстати, а я все еще во фьючере на Team Liquid. Нет, я не во фьючере. Или во фьючере. Да, я во фьючере, наряду с Лансером Икс, Трутачем, Ундзергом и Кривоком. И это очень мило. Матч 40, но опонент. Ну, это типа признание моих заслуг. Это как звездочки на погонах. Окей. Что-то много ВОшек. Ну, в общем-то, эти нубасики нам особенно не интересны. Главное это на Тамару сегодня посмотреть, на Ламсера X я хочу посмотреть. На Трутача, если получится, на Скана, ну и, естественно, на Зики. Скан что-то долго мучает, кстати. Первого своего оппонента, ёптинаха. Ёптинах, по-моему, выигрывал, кстати, 5-м пулом однажды. Да. Вот так-то. Не. Ну и что? Ну вот она, пауза наконец-то пришла. Так, значит, чем я занимался 1.5 года? Какой приз ДТ? $75. А, карты я выбрал из МТВ. А, те, которые были первыми, и те, которые были у меня в мэппуле.
на дефайлеру, соответственно, то есть это бензиник, Colosseum 2, Electric Circuit, Luna the Final и Match Point. Карты, на мой взгляд, весьма интересные, забавные. Не знаю, где там баланс. Пожалуй, только на бензине сильный дисбаланс и на Луне the Final. А остальные окей карты. Да, ну а при $75, как обычно, не уходите. Играйте все свои игры до конца, не ВОшками. Тогда у вас будет шанс получить $5 лотерейных. Окей. Ой, Зики. Ну, значит, нормально проигрывать, не уходить с турнира посреди процесса. Так, Зики победил. Зики ВЗ. Tell me why, bitch. Go, go, cast. Please. Карта у них, сейчас скажу, карта Colosseum, снова Colosseum. Конечно. It's too one-sided. Да я пофигу, чё, предыдущая игра тоже не отличалась зрелищностью. Большой ход и маленький. Ничего. Ты большой ход, а ход маленький. Не, я не у тебя, я сам с собой. Don't get it offline, в смысле офлайн, как офлайн? Ну-ка, дайте-ка я проверю. Не, пропущенных кадров нет, лагов нет, все замечательно. Да, доллар подрос, спасибо. А чё все выходят? А чё за фигня? А почему? А чё так? Давайте сменю на всякий случай. Ну да, U1, U1. Так, ну если бензине, то тогда окей. Создам бензине. Странный выбор, кстати, на мой взгляд. Наверное, там какой-нибудь протос, скорее всего. Угадал? Ну, протос. Рэндом. Тера, ну окей. Ну, для Тера на бензине я не сказал бы, что хорошая карта в ТВЗ. Впрочем, всякое может случиться. Восемьдесят строка. Спасибо. Спасибо, что сообщаете. Это важно. ВТФ. Ну пусть ребята создадут. Первые полчаса стрима прошло. Окей. Очень жаль, окажется... А, 10.21. Да, ну это красавчик, конечно. Очередной красавчик. Я надеюсь, что он сейчас два барачка-то нам из центра покажет. Блин, зачем я на него нажал? Это, а чё, Зики? Name. Или можешь не смотреть тогда уж.
кого-то другого подыскать. Ну, блин, другого-то и нету. ЕРТ-1. Короче, если сейчас не получится, то я выхожу и хрен с ним. Поищем еще кого-нибудь. Турлинг ту брекет. А как в Twitch написать? Ну я не вижу, чтобы здесь была карта у парня. Как в Twitch написать? Ладно, не важно. Окей, play without me. У нас такое дело. Там все равно нубасик. Нубасик, наверное, еще хуже, чем Йода сейчас играет, поэтому. Че время-то тратить? Скан одолел своего первого оппонента. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать? Лансер X. Лансер X нет, еще не сыграл. Дальше всех пробрались. Прорвались в Эрверде. Ифу и он зерк и Tremendous Miss. Так, что еще вам сказать? Пани Дранку можно посмотреть. Пани Дранка вроде ушел или не ушел? Скорее всего, ушел, но можно пригрозить тем, что я его кикну с турнира, как я обычно это делаю, если меня не пустят в опсы. Я еще помню, как бы, как надо проводить турниры по-мужски. Йода помнит еще, что нужно говорить уважаемым участникам турнира. Репстама. Тама должен появиться в ближайшее время, я надеюсь. Кстати, Алена, ты чё гонишь? Знакомый никнейм на самом деле. Окей. Ой, Лансер. Лансер, GoCast, Лансер. Обязательно хочу на Лансера посмотреть, в какой он форме. У него и оппонент вон с D-плюсом 21-16. В наше-то суровое время это, я вам скажу. Много вас стоит, да у самого Лансера. А что у Лансера, кстати? 15-20 у него C-минус. Вот так-то, ребята. D-плюс это теперь элита-элит, короче. Это вершина. Он топ. Хайвей мега-дисплей. Что-то это Лансер, что ли, репки загружает. Какой кошмар. Выиграл, что ли? Так, а на кого упадет Лансер, интересно? 42. Не, ни на кого он не упадет, если он выиграл уже, к сожалению. БО3, да, БО3. А, не, он еще не выиграл. Это, видать, первая игра была. Луна. Окей. Окей. Оппонент у Лансера X, он 123. Пожалуй, напишу ему, чтоб тоже подтягивался. Окей, Лансер подошел. Ждем оппонента. Оппонент тоже подошел. Надеюсь, что он не Тера. Надеюсь, что он Зерк. Просто про ТВП я совсем ничего не помню, что там рассказывать. Да и в прошлую свою бытность я больше
там бум-бумкал там и всякую ересь как бы говорил без перерыва. А про зеркаль хотя бы что-то могу сказать. Так, ну нет, к сожалению, это ТВП. Не самый любимый мой матчап, но что поделать. Зато карта веселая, Луна за Фину. Старейшая карта, на которой еще боксер Нубасиков гонял на ВЦГ. Кажется. Да, кажется, как раз на том ВЦГ была Луна. Хотя не уверен. Когда вот боксер второй раз становился чемпионом, вроде бы была Луна в ВЦГшной карте. Поправьте меня, если я не прав. Уверен, сейчас обязательно выползет, короче, в мини-чате какой-нибудь старпер, который, кряхтя и попердывая, будет рассказывать нам, какие там карты были. Мне кажется, что Луна тогда была еще. Вернее, уже была тогда Луна. Очень старая карта. Ну, это более новая версия той карты. Я уверен, что здесь есть. Внесли пару балансирующих моментов. То есть, основные признаки этой карты сохранились. Такие, как нельзя строить в центре карты, кстати. Ага. Забавно. Да, ну и минеральные нычки там с двумя проходами. Относительно широкая середина. В общем, классика, классика. Старая, добрая. Так, нечего-то старпёр-то. Старпёр еще не вылазит. Никакой, никто не помнит, когда Луна появилась на каком ВЦГ. Ну и ладно, это не важно, что. В конце концов, самое главное, что Ламсер Икс справился со своей задачей. Поставил пилончик по-протосовски подальше. И гейточек. Подлая стратегия это. С учетом широкой рампы, да, мы видим, что на Луне очень широкая рампа. Относительно новомодных стандартов. И здесь зелоты очень сильно могут порешать. Ибо на рампе явно хрен закроешься. И, кстати, тут стенки не ставятся. В крайней мере, стенки простые из трех зданий не ставятся точно. И все плохо. Вот. Поэтому от Террена потребуется микро. И вот я вижу первую ошибку. Здесь, как известно, зелот проходит. Окей. Без мыла он тут проходит. Это совершенно точно. И Террену будет очень плохо. Будем надеяться, что у него микро, как у того самого пресловутого боксера. Йода, нам не нужен твой бездёши в игре. Мы и так все знаем. Расскажи, чем маялся полтора года, чем зарабатываешь, детей сделал. Ну, в общем, это. Ладно, раз не нужен. И начало игры, то могу сказать, что... Да ничем особенным я не занимался, все как обычно. В пучине бездны, ой, то есть в пучине печали и отчаяния Йода, как бы это, домоседствует. Потолстел на 30 килограмм, с 80 до 110. Ну, я думаю, что у меня уже где-то 110. Больше никаких значительных перемен не произошло. Вроде бы. Ай, какие пошлые картинки в мечати, ну-ка перестаньте. И вот оно! Вот оно, то, чего мы ждали. Сейчас Ламсер будет показывать свое сокрушительное микро зелотом и пробкой. Нет в России лучшего протоса, который бы справлялся с подобной комбинацией. Да, вот он. Первый хедшот от Ламсера. Минус Марик, вот эта красота. Видели, как поджал Марика, не дал залезть в щелку. И снова вот это арт, вот это прогеймер. Но тут как назло Фэктори. И вот здесь-то зелот точно не проходит. Потому что рефактор это такое здание. Хотя сейчас будет два зелота. Один зайдет с одной стороны. Второй захлопнет капкан с другой стороны. И все будет очень плохо. Для Террена, я думаю. А, вот он, да, пролазит без мыла. Шарит Йода, да? И здесь еще сзади. Прикрыл пробочкой. Ну, красотуля, Ламсер просто уничтожает своего оппонента. На самом начале уничтожает. Показывает красивый скилл. Как Йода и предсказывал, лучшее микро в России за протосов просто. Лучшее. Что тем временем у него на базе? У него на базе второй барак произошел. Радиус для драгунов произошел. Пилоны. Да, ну тут вультурка. Вультурка, как известно, контрит зелота. Если вы умеете... Если как бы от природы вам дано жать на кнопочку P, то вультурка контрит зелоты. В
противном случае, конечно, нет. Но тут уже драгун, а пристройки-то еще нет. Ай, какой кошмар. Какой кошмар. Вторую фэктори ставит. Ну, это от безнадежности, ребята. Вторая фэктори тут уже от безнадежности, потому что от драгуна отбиваться абсолютно нечем. Сейчас он начнет стрелять по всяким бедным негритосикам. Да. Эй, слышите, какая свинья. Идите в жопу. Это 110 килограмм чистого. Чистого, как бы, шарма и красоты. А, Теран тоже, видите, артит, чинит вультурку. Вультурку убить, по-моему, нельзя, если ее чинят два рабочих в нужный момент. Да, и Ламсер, похоже, тоже знаком с этим старым добрым правилом. Отступает. Не стесняется Ламсер. Бежит. Окей. Да, ну его все-таки догоняют. Хотя тут еще два бойца. Короче, предрекаю быструю смерть Тирана. И если он не умрет прямо сейчас, то, к сожалению, он умрет либо от Ривера, либо от последующего макро-налома. Одними вультурками против Драгунова сражаться не очень. Вот сверху вниз есть какой-то шанс. Но Ламсер, видите, уже забирается. Не загородил проход Мариком хотя бы каким-нибудь. Бум-бум! Ламсер, ну басик. Слил, короче, двух драгунов. Разменял два драгуна на две вультурки. Это не очень хорошо. Но с другой стороны... Эй, как так? 104. Да, Шури. Ламсер, ну басик. Так, а что тут? А здесь второй ЦЦ. Вот это контрприем. Вот это, конечно, поможет против Ривера, я считаю. Наилучшим образом. Мы видим здесь статистику. 24 СКВшки. Сейчас их число, я думаю, половинится после того, как... А где Ривер-то? А нет Ривера. Ламсер, а чё Ривера-то нету? Да, Ривера не будет. Это просто так, робот для красоты. Для шатлика, может быть. Ну или для пса. Хотя для пса обсерватории пока еще не хватает. Что не есть хорошо. Да, спасибо, что сообщаешь мне. Добрый телезритель. А? Не, никто не помнит. Никто не помнит про боксеры. К сожалению. Ну и что, идет в атаку отчаянную. Наш Теран. Я думаю, что он может, в принципе. Если Ламсер ему поможет, то он может, разумеется. Окей. 5 драгунов. А как мне Twitch отключить? Что-то тут какие-то болтливые ребята. А, окей, второй газ. А чё не идёшь ты? Можно, мне кажется, сейчас, короче, Ламсера подорвать на вот этих миночках красивых. Ламсер это дело любит. Ага, а он скорости ждал. Да, вот скорость появилась, второй танчик. Ну все, вперед. Let's go! Let's go! Бум, сучка! Ай, обсервер успел выползти. Не по таймингу сделал тиранчик. Ну вот, позади минка. Прямо в тылах. Прямо с бэкдора. Мог подорваться сейчас Ламсер, но нет. Не судьба, ребятушки. Не судьба. Ай-яй-яй. Ай, что происходит? Почему ни одной минки не поставил? Почему этот нелепый танчик оказался без поддержки? Да как же так? Ай-яй-яй. Теран просто взял и сломался об Ламсера. Что необычно, согласитесь, потому что обычно Ламсер ломается от Терана. Тут, видите, наоборот. Но зато он не забывал все это время про макро. В лучших традициях Вайтра был такой протос. Любил накопить здесь 5 пробочек или даже больше. То есть заказывался по хоткеям, при этом не смотрел никогда туда. Но время от времени вспоминал и отправлял добрую горстку рабочих куда нужно. Да, ну и вот Теран тоже вспомнил. Эй, ну хватит уже обзываться, засранец. Какой нуб ты чё? Тут оба супер прогеймера собрались, ребята. Давненько не было. Брудвар с колен, да, ребята? Не стримить больше эту пару.
Ну, я думаю, что это последняя игра, я думаю, все-таки. У Ламсера большое преимущество. Хотя, кто знает. Ой, а это же, смотрите, это же поздний ривер в традиции Ламсера. А, так там вообще что происходит? Я вас заслушался, засмотрелся. Тут бум, сучка. Фига себе. Все, пропустил Йода. Сколько? А, ну 7 килсов, так себе. Это, извините, это я с непривычки все пропустил. А, окей. Иди в жопу, все, надоел. Как тычь отключить, ребята? Подскажите команду, не хочу слушать этого парня. Да, но тем временем, смотрите, драгуны подошли с обсервером. Обсервер не отстал, очень странно. На Ламсера не похоже. Ривачок высаживается, бум, сучка. Да, ривер сдох. Ну и это ГГ, я думаю. Это, я думаю, ГГ, ребята. Теран не согласен, у него 4 фэктори, он производит одни вультурки. Но там, к сожалению, есть обсерверы, поэтому вультурки не спасут. Ай-яй-яй. Иди в жопу. Окей. Так, ну еще. Да, все-таки ГГ. Ну, молодец, Теран. Не стал тянуть время. Время у нас не бесконечное. Напоминаю дорогим телезрителям, что у нас тут можно рассказывать про ВО, чтобы не тормозить сетку. И в таком случае Йода все поправит очень быстро. И, кстати, вы не поверите, на кого вышел Ламсер. А, Лансер X, ВЗ, Зики, во-во-во. Окей, Центури матч. Го-го каст. Это я обязательно хочу застримить. А, бомжевая машинка. Окей. Конечно. Все-таки Ламсер тренировался на фише, я думаю, слив будет не совсем бездарный. Окей. Давайте поддержим Ламсера нашими жидкими аплодисментами. Я вот прям вот так вот и сделаю. Фаф-фаф свой знаменитый. Это придаст Ламсеру энергии. Главное воли. Воли побеждать. Давайте поддержим, ребята. Тем более карта там какая. Протасовская. А, Electric Circuit. Ну не, я про нее ничего не знаю, но... Окей. А чё, а ты где Лансер-то? Так, ну ладно, давайте я напишу, что... Заходите, ребята. А, Electric Circuit. Ага, есть, хорошо. Ну, отлично. Так, ну у нас есть время посоветовать что-нибудь Ламсеру, что играть. Два гейта из центра на Electric Circuit. Я помню, школа так Зики убивал. Ну и вообще, привет, Йода, да, привет. Сетка классная, как всегда, Лансер. Просто божественная. А чё Зики не заходит? Зики отошел. Чё, можешь мне тоже отойти? ТЦ. Ага, спасибо. Ну, если будут еще мне там это мешать во время комментирования, то я, конечно, отключу. Спасибо за советы. Ждем Зику. А, пользуясь случаем, давайте я вам пропиарю LAN-турнир, который будет от Reps.ru происходить. Сейчас скажу, когда. Давайте я зачитаю вам всю инфу, потому что наверняка среди телезрителей есть те, которые не ходят на Reps.ru. Короче, так, 20 декабря в субботу в Москве, естественно, будет LAN-турнир от портала Reps.ru с призовыми, кажется, ага, 18 500 рублей. И причем за первое место будут давать не только грязные
Бакинский, хотя вряд ли это будет в Бакинских, учитывая курсы. Короче, помимо рубликов, там будет еще и кубок. Вот это да. А за четвертое место, вы не представляете, дадут еды. Вообще красота. Можно играть за еду, ребята. Это ж моя мечта. Да. А еще бонус какой-то, специальный приз от Хоббита. Ну, я думаю, он опять какую-нибудь гомосятину там придумал. Что-нибудь типа... Не знаю, там, поставь три хаты до пула и выиграй против Бункераша. Или еще какая-нибудь такая дрянь. Он всегда какую-нибудь ерунду придумывает. Ну, ладно. Короче, на тот приз не надейтесь. Ну, в общем, все совсем неплохо, кстати, состоится. Я забыл сказать, где. Компьютерный клуб Flashback, Дефис 1, улица Керченская, 1Б, метро Каховская. Старт игр в 11:00, но лучше быть в 10, насколько я понимаю, потому что там будет регистрация и все такое. Офига себе, так это капиталистический турнир, прикиньте, тут, короче, 500 рублей надо вставить, чтобы поучаствовать. Фига себе, буржуйский-то какой, ладно, ну, ладно, по нынешним временам 500 рублей это... Ну так в туалет сходить пописать в центре. Так что я думаю, можно. Можно раскошелиться. Обсервер, что интересно, бесплатно. Ну раз обсервера бесплатно, то может быть даже Йода появится. Так, ну тем временем, что, вернемся к игре. Ламсер уже отправился на разведочку. Саверадо Ламсеру не повезло. Определенно. И, кстати, заметим, что Зики почему-то послал на разведку своего дрончика, что не модно в ЗВП. Совсем не модно. Окей. Да, про лан все сказал. Guy had the rank fish. Спасибо за инфу. Снова. Так. Три яичка. Три яичка. По-мужски. Окей. Ну и главное, что Ламсер это видит, значит, несмотря на свои какие-то, может быть, не всегда прямые руки, у него есть время, чтобы подготовиться, чтобы... Да, вот чтобы сделать именно это, поставить две фотонки, а потом, возможно... А, отменил фотонку, фига себе, вот это Ламсер, вот это прогеймер. На мелочах экономит, ну красавчик! Я такого от него не ожидал, ребята. Он, видите, не боится Зику. Вроде видит 6 собак, а фотонку отменяет. Ну, вообще просто машина. Сейчас, поди, гитвей закажет, если я что-то понимаю в этой игре. Да, действительно, гитвей, ребятушки. Заблокируй. А, окей. Ну, я потом их заблочу. Вроде он сейчас немножко помолчаливее стал, так что это окей. Если с такой частотой, то это окей. Нам сообщают какую-то важную инфу насчет того, что Трутач выиграл против Hero Bow 3. Ну, ZVZ, тем более это Hero. Хотя Hero хороший зерк, что это я. Ну, в общем, все равно ZVZ всякое может случиться. Даже в Bow 3. Вот если в Bow 7, да, или, допустим, там... еще больший формат для ZVZ какой-нибудь взять, то там, да, это что-то может означать. А две случайные победы в ЗВЗ. Я помню, что я Майкла убивал, топового американского зерга в ЗВЗ. Так что что тут говорить? Да я даже Хоббита убивал. А Хоббит, мы знаем, что он Зики 2-0 выиграл в БО3, так что... Короче, я машина, я молодец, ЗВЗ это лаг. Ну, когда не играет Йода. Когда Йода играет и выигрывает, тогда это скилл. Очевидная логика. По-моему, решил Ламсер помикрить против Зики. Ну, я не знаю, может быть, это не совсем хорошая идея в том плане, что все-таки ручки-то у Ламсера не самые достаточной прямоты. Да, видите, микрил и забывает рабочих отправлять, забывает заказывать в Nexus. Вот зря он за это дело взялся, неблагодарное, микрить против Зики. Хрен с ней там с разведкой, мне кажется. Можно было просто накопить, вот как сейчас, двух зелотов и отправить их там. Намного было бы все это лучше. Ну а здесь стандарт. Как это не удивительно. Стандарт, ребята. Спайр.
и три хатки. По лимитам мы видим, что Зики отстает. Ну, в общем-то, так и должно быть в ЗВП. Кстати, похоже на supply блок. Хотя это не всегда так. В зависимости от стратегии 27-27 может быть нормально. Я так считаю. Отправляет на третью базу двух дронов. Следит за макро. Здесь тем временем как-то маловато рабочих вообще. Ламс, Рэй, что такое? Что за макро-убожество? Что тут так мало-то? Хули тут так мало? Ламсера. Нубасик, нубасик. А здесь скорость появилась, но дырочки прикрыты. Ламсер машинка. Прикрыл дырочки. Это очень-очень важно. Вторую фотоночку. На всякий случай. Ну и никуда не выходит, пока Корсар не пролетел. Это тоже важно. Все-таки он видел далеко не все. По-моему, своей пробочкой. Он не видел именно сколько там рабочих. Не успел, наверное, сориентироваться, посчитать. Короче, подумал, что а вдруг здесь полторы пачки собак, он выйдет, а все это заскочит к нему. Да даже если там просто пачка собак, все равно будет все очень весело, если они проскочут. Так, ну и что? Корсар летит. Окей. Корсар летит и видит здесь три яичка и готовый шпиль. Ну надо, я думаю, по домам. Братишка. А, братишка. А, скажи, уже есть. Ну все, Корсар обречен, ребята. А, нет, Корсар не обречен. А, получи, глупый Зики. Ламсер, короче, спровоцировал и тем временем еще напал тремя зелотами. Отжал пару собачек. В общем, все очень хорошо. Правда, здесь скоржик для разведки, как мы понимаем. Не просто так, а для разведки. Да, вот он сдох, этот скоржик. Кстати, сильно рисковал Ламсер. Скорж бы убил этого Корсара, я думаю. Потому что у него меньше сотки хитпоинтов. 50 на 43. Ну, это я не знаю, что сказать. Кстати, заметим, что третья база неудачно стоит у Зики. И, возможен какой-то наломчик по красоточке, по таймингу. Может быть, Ламсер научился исполнять все это, пока тренировался на эфише. Впрочем, не факт. Не факт, дорогие друзья, что все выйдет достойным образом. Так, а мне что надо сделать? Мне нужно написать, что это пока что 0-0. Блин, я забыл. А, вскоре. Не, не так. А как еще можно? Ладно, хрен с ним. Потом мне кто-нибудь подскажет. Так, ну что? Много саночек у Зерга. Беспокоится Зика. Хотя, наверное, зря беспокоится, потому что тут-то все очень даже не агрессивно, а больше похоже на третью базу. Ну, в общем-то, третья база она и есть. Третья база Mineral Only. Правда, ну, Mineral Only она для Протоса неплоха. Для Зерга, может, это так, какашечка не особенно нужная. А вот для Протоса это нормально. Зелотов можно понастроить как следует. Окей, вердик к успеху идет. Так, а что здесь? Раз, два, три, четыре. Корсаров-то маловато. Куда ты летишь, Ламсер? И плюс один нету. Куда он летит, ребята? Что это за новая страта? Я помню, что по 6 штук надо летать в пачке. Чтоб все было по красоте. Но нет, Ламсер рискует. Производит еще. Вот он, пятый Корсар, ну что? А, не, 6 Корсаров, извините, я ошибся. Надо на циферку смотреть. У Зики прекрасный мэп-контроль, везде собачки расставлены. Тут Аверадо даже кое-где, чтобы не харасили особо. И он вышел сам в воздух. Вот это да, вот это да. Ай-яй-яй, Ламсер, все. Все провалил, ребята. Все скоржи воткнулись, он там ничего не сгруппировал. Шторм кинул. Ну, на этом, мне кажется. Да, пока что порядок, порядок, ребята. Ладно, слил трех корсаров. Ну и плюс еще хиты с остальных поснимал. Не, вообще-то это катастрофа, но с другой стороны, а что? Что вы хотели против Зики? Против Зики всегда надо тащить из проигрышного положения, мне кажется.
Ну и в этом заключается скилл Протоса. Уметь тащить, даже если все сложилось не очень хорошо. Но тут явно нехорошо. Кошмар, издевательство. Фотонка всего лишь одна. Драгун сдох. Где корсары? Где плюс... А, плюс один шторм. Нифига себе. Бум, сучка, бум. А, на, получи. Гнусный Зики. Гнусный Зики трусливо отступает. А, ну басик, ну басик. А, окей. Ну, правда, тут уже гидра. Что не есть хорошо. Наверное. Да, гидра, собачки случайные. Собачки случайные. Чё по войскам, а где хай-темплар? Один хай-темплар почему-то у нашего прогеймера. Ламсера X всего лишь один. Да как так-то? Да как так-то? Где ещё? А чё так мало? А, во, второй. И рабочих как-то на мейне-то. А, во, переехали. Ну окей, правда, здесь стало мало. Какой кошмар, какой кошмар. Пришел убить гейтвей Зика. Ну, я думаю, что он его не убьет, потому что здесь вот хай-темпларчик есть. И, кстати, можно Дарка послать, пока нет Аверадоши. С другой стороны, подлый Зика решил немножко снова похарасить. Но тут все-таки две фотонки, а мута пробитая, поэтому, может быть, даже это и зря. Хотя, ну, кто его знает, может, и не зря. Отвлек. Красиво убил Скоржей Ламсер Икс. Своим отважным, отважным телом убил Скоржей. Ну, это по плану, ребята. Это освобождаем лимит под более нужные юниты, под хай-темпларов. Да, вот он. Сказал свое веское слово Электрик Василий. Ну и все дохленькое. Улетай, улетай, братишка. Да, ну, мне, честно говоря, не очень... Все равно все это нравится, потому что Ламсер не выходит. Вот если бы он параллельно вышел, да, вот здесь отбился и сразу бы вышел, пока Зика тут еще не накопился. А ведь Зика сейчас накопится. Его уже реально тут много. Мы видим, что и здесь у него подкрепление, и здесь. И если он сейчас все пришлет, то у него будет 2,5, а то и 4 пачки против вот этого говнеца, который будет выходить с узкого прохода. Зачем тебе, Архон? Ну, Басик, ты че вообще тут... придумал. А, Зика не контролит. А, ну басик, ну басик. Зика вообще не контролит. Забыл про своих гидралисков. Тут что-то происходит. А, тут дарк происходит. Офига себе. Машинка, Ламсер, машинка разводит. Прямо как Бису разводит. 3 килса у него. Здесь нет Аверадоши. А, нет Аверадоши. А, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай. Оп. А, а, окей, окей. Ну, давай, давай. А, не, не дает. Ну, можно было еще, можно было пул добить. Тут что-то параллельно происходит. Короче, Ламсер просто режим Бису включил. Режим Бога что-то дропнул там-сям. И, видите, справился, вышел из узкой щелки. Вышел из своей узкой щелки. Правда, гейт потерял. Ну, может, это даже и хорошо. Да, но, правда, армия, не сказал бы, что внушительно. Зики, как всегда, обгоняет по лимиту Ламсера. Тут 115 на 102, но Дарк-то все еще живой, и можно здесь... Да, ну отличная реакция у Зики, конечно. И убегает. Убегает, убегает, ай-яй-яй. Ну убей, что ли, Аверадошку. Надо улетать. Ламсер улетает. Очень быстро улетает. Я думаю, что... Да. В общем-то, основную часть спас. Хорошо. Не помешает поставить четвертый экспаншн, добавить гитов. Ламсер шарит, он делает именно то, что советует ему Йода, правда. По лимиту все равно какие-то тут прям вот непонятки. 132 против 119. Ну, конечно, да. Конечно, да, дорогие друзья. Но шансы есть, я считаю. Смотря как штормы лягут. Надо на Т вовремя нажать. Надо вовремя нажать на Т. Пока нет хайва, все в порядке, ребята. Пока нет хайва, все окей. Зерг без адреналина. Это не зерг. А это еще зачем? А, ход конем. Ламсер-то у нас тактик. Стратег, ёпта. Решил убить пси-дисруптер.
Может быть, это и правильно, но тем временем снова происходит то, чего Ламсер так не любит. Это харассмент, поздний харассмент мутой. Все не очень хорошо. Но с другой стороны, если Ламсер сейчас сюда прорвется, каким-то образом здесь добьет, сюда пройдет, что-то подрежет, подуничтожит. Зерг будет очень долго возвращаться. Короче, внезапно хороший план, ребята. Хороший план. Кто бы мог подумать, что Ламсер придумает такую подставку. Окей. Да, и здесь вроде отбивается при помощи драгунов. И заходит Ламсер. Его много, да, вперед, Ламсер. Зика, нубасик. Короче, на двух фронтах воевал. И вот, получай, Зика. Russian Protoss Power. Russian Protoss. Classic Backdoor Attack. Да, Classic Backdoor Attack. The Powerful Protoss. Ламсер X. Go is forward. Надо спускаться, надо заходить. Ну чё ты, ну нажми на атаку. Фиг ли тут драгун. Ой, кто тут страдает от этого? Гидралиска, он предпринимает, Зика, свой ход конем. Атакует в лоб, его много. Ну а где? Где хай-темплары? А чё? Вот это да, вот это. А тут люркеров много. Как так-то вообще? Ну есть обсервер, слава богу, есть обсервер. Потому что Ламсер может не иметь обсервера к этой минуте. Мы все знаем Ламсера. Ну где хай-темплары? Нет хай-темпларов. Зато здесь контратака, нападает на саночки. Ай, красавелла. Ай, красавелла. Контри, микри, чё, где? А, окей, ну нормально, на самом деле окей, порядочек. Там всего лишь люркера какие-то жалкие, люркера это, блин, ну тут собачки. Но здесь все окей вообще, просто унижалово двустороннее. Кто бы мог подумать, что Ламсер такую интригу нам создаст. Из такого положения у него 139 лимита против 107, ага, красавчик, держись, братишка, мы все за тебя. Ну давай, а где, а во, хай-темплары, ну все, по-моему, это досвидуси, это, ребята, это досвидуси, он сейчас отправится сюда, уничтожит, там уничтожит, или можно просто себя отбить. И, кстати, здесь нычка, внезапно здесь есть нычка, ребята, и минеральничек, как же он решает, там еще хватает минеральников, потому что на мейне-то, ясное дело, кончилось. Здесь Ламсер идет вперед, ничего не боится, 5 хай-темпларов у него в основной армии, но здесь-то надо отбиваться, Ламсерушка. Давай, братиша, давай. Давай, мощи. Ты можешь это, мы в тебя верим. Ну давай, да шторми ты этих засранцев. Ну, шторми узбеков. Штормит узбеков Ламсер. Проникает в узкие щелочки Зики. Вставляет как следует туда зелоты. Вот это да, ребята, вот это да. Шторми, главное сейчас вот это заштормить говно, которая сзади подошло. Но там энергии, там много у хай-темпларов. Я думаю, что там очень много энергии. Конечно, там много. Все штормит, ничего не оставляет глупому Зики. Вот так вот. На мозгах, можно сказать. На мозгах. Ламсер должен выиграть, я считаю. Ну а что, а не выигрывает, ребят? А почему он все это не штормит? У тебя же куча хай-темпларов. Ну, братиша, да почему здесь все дохнет? Я не понимаю, ребята. Ну как так-то? Как так-то? Забыл, короче, про мейн Ламсер. Вот, вспомнил. Красавчик. Главное, обсов не сливать теперь. Да, вот он идет вперед. Проштормил, обсы сдохли. А, окей. Заштормил собственного обса, но зато уничтожил муталисков. А есть ли еще обсервер? Я думаю, что есть. Должен быть, но... Зика молодец, конечно, у него 68 против 74. Еще минуту назад казалось, что конец этому засранцу венгерскому. Ай-яй-яй. Наверное, надо было идти убивать не третью базу, а себя отбивать. И тогда преимущество стало бы супер очевидным. Или, может быть, даже сюда прийти. Потому что там из-за плотной застройки он много потерял. Да еще потом сзади что-то набежало. Короче, случилось непредвиденное. Основная армия полностью потерялась. Ай-яй-яй, какой кошмар. А где? А, не, обсервер есть. Все в порядке, ребята. И шторм как надо лег. Ну что, вперед. Вперед, да, тут не так много люркеров осталось. Надо выходить, надо ставить базу еще одну. Натуральный экспаншн свой восстанавливать. Здесь
сражение не самым лучшим образом происходит. Надо было еще проштормить, прежде чем идти вперед. Ну, у него большой запасник относительно Зики. 666 минералов. Только что было. Ай, по красоте. Но, блин, ну тут, блин, все... Все восстанавливается, ребята. Все восстанавливается. Зерк с одной нычки, казалось бы, должен сдохнуть. Сейчас бы шатли какой-нибудь с электриками Василиями во внутренностях. Ай-яй-яй. Не, нормально, нормально, ребята. Не надо хранить ламсера пока что. Зря хай-темплара слил, можно было не сливать, он бы пригодился. Ну и что? Проходит ламсер вперед, здесь какая-то гидра. Вот сейчас бы электрик Вася очень сильно пригодился. Что там по грейдам? Две атачки. Ну, здесь 2-1, ай-яй-яй. Братиша. Да, вот они, драгуны. Сражается вместе с пробками, ламсер сражается, верит в свою удачу. Но тут уже снова лимиты сравнялись, и, конечно, при отсутствии минералов все будет очень плохо. И даже если Natural Expansion будет восстановлен, все равно, а чем сражаться? Да, вот он, электрик, он нужен был 10 секунд назад, еще раньше. Достойную игру, конечно, показал ламсер, но пора, к сожалению, выходить, потому что минералы на натурале все-таки подходят к концу. Кармашек заканчивается. Ну и что? А здесь все производится. И главное, что два экспаншена. И здесь экспаншен работает кое-как, но работает. И здесь еще хатка каким-то чудом сохранилась. Да, где-то по стратегии ламсер вот не угадал, куда нужно было идти основными войсками. Не угадал. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. И люркеров еще заказал. Нагло. Нагло заказывает люркеров. Прямо перед лицом лансера, можно сказать, трясет своими яками. Разбросанными по картушке. А тут, кстати, апса нету. А вот апсервер. Можно пойти вперед. Не, я не верю, что ламсер может выиграть после такого. Только если он включит режим бису и что-то дропнет на новые базы Зики, убьет там всех рабочих. Все-таки теча-то еще нету. Нету адреналина. Да, идет в атаку. Зика, его много. У электрика Васи кончилась энергия, кончилась батарейка. Natural Expansion не восстанавливается. Три драгуна, к сожалению, не сдержат зерга. Даже если бы у него вообще люкеров не было, все равно это ГГ, как правильно заметил ламсер. Ну, по красоте. По красоте. Ну что, лансер, выбирай. Мне кажется, можно попробовать сейчас ФС и еще что-нибудь. А, хотя, если Зики будет согласен. Если Зики будет согласен. Так, Верди все еще ждет. И он зерк ждет. А, скан ждет непонятно кого. А, репс Тама. 1-1 счет имеет. Матчпоинт. Окей. Матчпоинт хороший выбор, я считаю. Найс карта для Протоса. У меня на ней всегда неудачно складывалась. С протосами, поэтому я считаю, что это хороший выбор. Из того, что есть, наверное, самый лучший. Ну, явно Колоссеум брать нельзя было. Окей, GG. Ну, надо Али Лансеру поставить. Мне кажется, это ему поможет. Не так? Лансер X. Протос чайного цвета. Находится снизу, слева. Фиолетовый зерк Зики. Находится.
Так, а что? А что? А как мне? Так, мне в мини-чате никто не подсказал, как проставить счет. А вот сейчас уже нужно. Сейчас надо поставить, что 1-0. Нет, не работает. Да блин, как же? Аккаунт. Блин, не работает. Что такое? Так, сейчас. Dream Ted Junkie, который в мини-чате сидит. Ты, по-моему, специалист по командам? Скажи мне, как мне сделать, чтобы здесь было 1-0 вместо ВЗ? Пожалуйста. А, точно, резвый. Да, я нубасик. Не догадался, йода. Да, все, спасибо, ребята. Большое. Здесь нет никаких неожиданностей. Просто пилончик. Просто пилончик, дорогие друзья, на выходе. Окей. Ну, надо мешаться. Лансер упустил момент, теперь экспаншн будет поставлен без задержек, это важно. А, не, выкуси, глупый Зики, а, выкуси. Хренушки тебе, не экспаншн. Ой, он, смотрите, Лансер храбро продолжал плеваться, да, как бы, с чужеродным рабочим и выиграл дуэль. Заставил второго привести и продолжает контролить, ну, просто бису в лучшие годы. Просто бису. Ну, здесь, конечно, не совсем бису. Здесь ближе к Лампсеру. А тут, кстати, две собачки произошли. Произошли две собачки, и Лампсер там, по-моему, что-то подхалявил. Хотя я не уверен. Не, нормально сыграл у него. Фарджа была, конечно же, раньше Нексуса. На матчпоинте дистанция другая, но все-таки она недостаточна для того, чтобы можно было совсем уж халявить. Тем более стеночки, видите, какие-то кривые получаются. Надо три здания ставить здесь в рядок. Потом разбирать, наверное, минеральник, чтобы все было более-менее. Окей, 15-17. Странно. Ага, Зики потратил своего дрона на третий минеральник. Ну, я, честно говоря, не фанат подобной постановки третьей базы. То есть я признаю эффективность. Ну, это работает, в общем-то. Как бы ставить так третью базу, но трудно избавиться от стереотипа зерговского, что третья база должна быть с газом. Очень трудно избавиться. Да и вообще, спектр стратегии слишком сильно сужается. Вы даете протосу больше информации о вашем будущем развитии. Когда у вас нет третьего газа, вы не можете выйти, как известно, в воздух. То есть можно выйти, но там совсем сопли будут. Ну и резкий переход в муту после гидры тоже не получится. Так что играть тут как-то на масс или там не знаю на что. Плохо знаком я с таким стилем. Обычно вижу тупо гидру с плюс один после такого. Ну или не гидру, или что-то там еще. Ну, как правило, это тир 1 юниты. Либо пара люркеров, может быть. Окей, короче, не знаток, ребята. Не скажу вам. Не открою истины. Добрые, светлые, вечные. Старгейт? Окей. Вот это Дашечки. Четыре собачки. А, точно. По-моему, хатка-то не там стоит. Точно, и Хосе это подметил. Misplaced, Хэчи. Thanks for your work. He see it. I'm not practiced. Practiced a lot of time, so I don't see it. But it's really misplaced, Хэчи. He should be closer. Closer to the mineral line. I believe. This is a correct.
And this is a obviously correct. But this is a too long distance for walkers. Да. Скорость, кстати, собачкам уже готова. Не знаю почему. Наверное, в расчете на то, что Ламсер тут что-нибудь провафлит, откроет свои щельки и Зику туда задвинет как надо. Да, ну тут, в общем-то, классика. Цитадель, Старгейт, все понятно. Все вообще понятно. Я даже говорить про это не буду. Вы все и так все знаете. Тем более, мы видим, что и это крутится. А вот почему это одновременно крутится, может быть и не так очевидно. Гитов надо понаставить, по-моему, сейчас плюс две штуки. Сейчас Ламсер накопит и будет последовательно увеличивать число гитов. До 4, наверное, пока что. Включая вот этот, естественно. Пилончик. Корсарчики. Эй, а где гиты-то? Йода, ошибся, что ли? Это не та сторота? Но это было бы логично на лом с плюс один зелотами с масс гитов, потому что хата третья стоит вот так вот. И здесь нельзя плотно поставить здание, чтобы зелоты не могли обижать, соответственно. Как бы на лом зелотами это очень классная идея, очень хороший план. Но я вижу всего лишь два гита, и это небольшое противоречие тому, что я думал, тому, что я предполагал. Ай-яй-яй. Да, ну и тут явно гидра. Явно гидра, дорогие друзья. И что тут? Да, спорка, санка. Спорка будет заказана чуть попозже, чтобы пока что поэкономить, но потом обязательно закажется. А, не, вторая санка. А, и здесь вторая санка. Ну, боится. Боится наш Зика. Осознал всю прыть русского терна в предыдущей игре и решил поизображать мистера Санкина. Хотя при этом уходит достаточно раннюю гидру. Only. Ну, с двумя газами не мудрено. Короче, единственное, что мне не нравится, да, то есть все-таки это плюс много гитов, но они как-то поздновато. Вот что мне не нравится. То есть он придет, а тут уже дофига гидры будет. И зачем приходил, в общем-то, непонятно. Короче, не тайминговая страта. Явно он копировал Ламсер X. Копировал эту страту явно не у Бису. И не у Фри. Фри был такой протос. Из юношества моего далекого был такой протос Фри, который был мастер таких стратегий. Прийти и убить первыми зелками. И при этом, когда смотришь его игры, все время казалось, что ничего и сделать невозможно с этими быстрыми зелками. Впрочем, не только Фри так делал, конечно же. Все так делали протосы, все этим грешны. Быстрая атака зелотами с плюс один. Так, ну что, Зика решил поразвлечь. Фотонка здесь весьма кстати. Ну, в общем, никаких особых проблем для Ламсера я пока что здесь не вижу. Единственное, что стратегия явно провалена из-за того, что слишком поздно он придет своими зелками. Хотя Ламсер, он такой хитрый, он может как бы сделать вид, типа по стратегии, что это одно, а играть совсем в другое. Может быть, даже он неосознанно это делает из-за того, что у него ручки кривоваты. Ну, то есть, вот, пришел, да, и напоролся. И все, и назад. Зачем приходил? Неясно, ребята, это тайна, покрытая мраком. Стратегический гений Ламсера нам никогда и ни за что не разгадать, ребята. Не нравится мне, что опять Зика обогнал уже Ламсера. На какой минуте? На 13-й минуте он обогнал Протоса по лимиту. Я не знаю, как такое может быть вообще. Эй, ну назад, назад, назад к фотоночкам. Давай, Васька, шмаляй, электричеством шмаляй. Бум, сучка. Да, Ламсер умеет жать на Т. Давай еще, окей, по красоте. И еще, еще, братиша, еще. Ну, по-моему, этого не хватит, да, этого не хватит. Там позади еще есть гидра, и какой кошмар. Вообще страта провалилась. И не пришел, и не покарал, и, короче, первой гидре, можно сказать, просрал наш Ламсер. Потому что слишком поздние гиты, я не понимаю, почему они были так поздно. Почему так было мало машины? Да,
третий Nexus провалился, и вообще тут могут его прямо сейчас зарубить, нашего Ламсера, к сожалению. Кажется мне, что так и произойдет, если Зики чего-то не испугается, то он прямо сейчас его и зарубит. Потому что электрики только-только вышли, и там, ну вот, один шторм, да, Зика от него увернется. И от второго увернется, да, от второго увернулся, сбрил Фарджу, потом подкрепления подошли, ну и до свидуси. До свидуси, к сожалению, ребята, ибо две фотонки — это не оборона на такой стадии, совершенно нет. А вот дарчик, ну один дарк тоже как бы погоды не сделает, здесь еще пачка гидры забытая. Короче, да, или нет все-таки. Давайте посмотрим, может быть снова Ламсер Бису показал. Нет, дарков я не наблюдаю. Здесь что-то как-то мало рабочих, может быть что-то происходило. А может и нет. Кто знает, ребята, кто знает. Ай-яй-яй. Да, первую провел достойно, а вот вторая как-то не заладилась у Ламсера с самого начала. Страта не та. Ничего не вышло, ничего не получилось. И здесь нечем отбиваться от этой гидры. Третью вообще никогда не поставить, похоже. С двух сторон зашел Зика. Здесь, естественно, отошел. Так, немножко понапрягал. Окей, два Васьки. Два Васечки. Фаджа сдохла. Архон сдох. По красоте все. Протасовал свои войска Зика. Так много сразу одним штормом не накроешь. Да, вот он накрывает. Ну, это что, это сопли. Там еще позади как бы. Да, не стесняется, Зика идет вперед. С его уровнем микро можно идти вперед даже. Против, казалось бы, не такой уж и маленькой армии Протоса. И с таким маленьким количеством гидралисков. Это количество гидралисков вполне достойное. Ну или как, достаточное для того, чтобы принести здесь победу. Да, ГГ. Ламсер. Останешься ты у меня Ламсером. Если бы победил, я бы тебя переименовал обратно в Лансера Икс. А вот придется тебе остаться Ламсером. ...162 зрителя. Ну, это отличный результат. Ланцер wrote to me little translation. He wrote bitch die with your brackets. Окей. He don't like brackets because Ziki was too early stage on his way. Very sad. Окей. Так, Скан пошел играть. А с кем пошел? Скан уже ушел. А Лансер, соответственно, тоже ушел в лузера. И что? Да, по-моему, самое время перекурчик сделать небольшой, потому что... Ну, потому что я курить хочу, вот почему. Другой причины, в общем-то, быть не может. Да, так, а Трутач, он... Кто-то говорит, что Скан на Трутаче выходит. А где вообще Трутач? В сетке-то его не вижу. А, Трутач в лузерах давно. Окей. Кто тут еще из русских парней? ФР Фобос. Молодое поколение надежды. Всех русских протосов. Окей. Фоск Экзекутор я вижу. И Пани Днарка. То есть Дранка. Валера ТТФ. Так, Репстама. Репстама упал, к сожалению. Ай-яй-яй. Репстама не в пример Лансеру Икс обладает хорошим ПВЗ. И я, в принципе, могу поверить в то, что он способен выиграть Зики, если все сложится хорошо. То есть, если он нигде ничего не забудет, если
более-менее все правильно сделает, то в принципе Тамара может дать огоньку. Окей. Ой. Ну и чё, 3 мин, БРБ, смокинг, смока. Никуда не уходите, я сейчас вернусь. Окей, вот и я. А, Алена, чё ты гонишь, выиграла, оказывается, да? У Тамары. И Алена, чё ты гонишь, сейчас играет с Ион Зергом. Блин, Ионушка, не уходи. Сейчас я им напомню. О, бан. Я думаю, что Ион Зерг запомнил, что мои угрозы несут под собой какую-то основу. Я хочу посмотреть на нашего русского Терана. Алена, что ты гонишь? Ну, точнее говоря, ты что гонишь? Раньше у него был никнейм. Алена, не гони. Я... Мэп, какая у вас там карта? Электрик. Ну, отлично, давайте посмотрим. Я хочу смотреть на отечественных игроков, потому что давненько я их не видел. Всех. Скучал я по вам, дорогие друзья. Ну, совсем немножко. Конечно, не так, как вы по мне, но тоже скучал по братишкам. Ой, так тут еще и самый классный матчап на свете, тут ТВЗ.
просто превосходны. И рабов развел. Ну, вообще красавчик. Окей. Решил запаузить. Сообщает в чате, что это, возможно, Токио. Ну, Тамару-то зачесали. Сирус? Какой Сирус? Вы чё? Сирус — это тот нубасик, который обещал меня выиграть. Который ферквертик, который должен мне $20. Засранец. Я помню его. Не, ну если это он, то я не сомневаюсь, что он... Хотя почему нет? В принципе, это возможно. Но стратегии у него, прямо скажем, не православные. Бэкдорные стратегии. Классические бэкдоры там со всякой ерундой. Саплай, видите, где-то в задах. Да, тиран хитрый, но в макро, боюсь, он не могёт совершенно. Стоп, маус, окей. Сириус топ-1 ВЦГ Казахстан 2004-2005. Да ну вы чё, ребята. Что вы там рассказываете? Да, опять закурил, конечно. Как обычно. Жизнь надломила йоду, и он снова принялся курить, как паровоз. Сканы 600. Телезрители. Ну, 2004-2005 год, топ-1 ВЦГ, это, к сожалению, сейчас совершенно не котируется, потому что стратегии уж больно поменялись. Хотя мы видим, что ОПМа, в принципе, ну, в начале не это, не показатель. Да, ну и он должен мне $20. А еще на весь стрим, давайте озвучу, мне должен чаши раш, короче, $27. Пес нагрел меня на покере. И сбежал с моими $27, исчез. И меня это печалит, ребята. Меня это очень сильно печалит. Окей. Так, тут барак. Еще, пожалуй, доложу вам, что будет к Новому году супертурнир на $500. Про спонсора не спрашивайте, давайте я скажу вам, что это герой в маске. Вот, герой в маске, и он молодец. Он хороший. Два барака гордых. Ну, короче, полная чушь, ерунда. По нынешним временам. Сейчас начну, короче, как следует обсирать кверти. Хотя он вроде бы мой сокланец. Но он все-таки должен мне $20, поэтому я не буду стесняться в выражениях. Что за нубаси, какие два барака могут быть в нашу суровую эпоху? Да. Ну, здесь тем временем. Экспаншн. Здесь классика. Естественно. По-другому и быть не могло. Мы должны звать... Нет, я не могу вам это рассказать. Герой в маске. И куда-то уже пошел своим мариком Сирус. Вполне возможно, он собирается ловить Аверадо, которое уже достаточно успешно прилетело, куда ему нужно, и это все бесполезно. И тут наверняка будут заказаны собачки. В общем, совершенно неясно, куда пошел наш Терн. Но все-таки это наш русский Терн, поэтому за него мы будем болеть. Очень поздний бункераж с двумя бараками. Я не представляю, как это может сработать на Ион Зерге. Не представляю, по-моему, это невозможно, чтобы такое сработало. Хотя... А, нифига. Хренушки. Короче, все понятно. Все понятно, дорогие друзья.
Это сработать не могло. Да. Ни одного дрона, по-моему, не забрал. Просто все слил наш Теран. Но с другой стороны, у него два барака. Это не так критично для страты. И играет он в стандарт с одной базы. Очень старой. Кстати, карта-то без рампы. Это опасно так играть. Как бы его первыми собаками тут не забрили. Хотя, не. Мариков уже достаточно, чтобы все было окей. Лэйр. Окей. Окей. Магнитофончик. Инжиниринг бэй. Что-то какая-то страта прям совсем дешевая-дешевая. Это не фас плюс один с одной базы. Это что-то такое... Ладно, все, не буду говорить. Хватит мне позорить нашего русского Терана. Все-таки он прошел дальше, выиграл Тамарку. А это чего-то достоит, ребята. Чего-то достоит. Вышел вперед отважно Мариком, ничего не боится, давит на оппонента. Психологически, да не только, самым прямым физическим образом давит на оппонента. Заставляет его поставить санку. Правда, две собачки пробегут и увидят его развитие, что может быть очень важным для игры с одной базы. Но в данный момент я бы не сказал, что это важно. Ибо тут какая-то ерунда, все равно два барака плюс один и... Не знаю, что сказать вам. АПМа много, 290. По 3 соточки у обоих. Это, наверное, хорошо. Ребята в форме. Ну, Хассета всегда в форме. Он играет много на фише. Это понятно. Да. Ну, рабочих пока на натурале нормально. С учетом минеральника это нормальное количество рабочих. Я бы даже сказал, хорошее. Да, и здесь, видать, будет налом по таймингу с плюс один. Может быть, даже это, кстати, не плюс одна атака, а плюс одна броня для того, чтобы санка убивала с трех ударов, а не с двух одного Марика. И кто знает, а вдруг сработает. Правда, вот ЦЦ не совсем вписывается в такую концепцию. Не совсем. Если не сказать, вообще не вписывается в эту концепцию ЦЦ. Тут уже спайр почти готов. Я не представляю, где он возьмет деньги на туретке. То есть он, конечно, их возьмет где-то, но их будет недостаточно. И вообще. Ну, 4 санки он не пробьет, я думаю. Нажал стимпачок. Марики. Че, пойдет вперед, что ли? Че, реально пойдет вперед на 4 санки? Окей. Ну, это классический кверти, короче. Делает какую-то ересь и на что-то надеется. Да, он сейчас пойдет в атаку с двумя медиками. Не, не пойдет все-таки. Он не настолько безумен, ребята. Собачка. По красоте. Хосе разводит. Два фаера не справляются. По максимуму здесь убивает. И да, ЦЦ приходится заказать не там, где оно должно быть. Это плохо. Это большой минус по минералам уже. Ну и до этого страта явно. Не макроориентированно, а здесь муталиски уже заказаны. Вот так-то. И из-за того, что есть минеральник, эти 4 санки не так уж сильно ударили по эко. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ай-яй-яй, ну что за страты в 2014 году ты? Даже совсем какой-то. Хотя можно употребить и другое слово. Авангард, ребята. Возврат к прошлому. Или это не так называется. Ладно, неважно. Окей. Вдруг откуда ни возьмись, появился Хосе и начинает контролить. Плюс один на атаку есть, но из-за того, что подлетели еще собачки. Короче, по-моему, это может быть и конец уже. Достаточно скоро. Мейн туретками не защищен. К счастью, Хосе об этом пока что не знает. Но я думаю, что узнает в самое ближайшее время. Поэтому надо тратить деньги... Здесь на туретке. Молодец, Аленушка. Молодец. Летаем, летаем, ищем. Окей, подкрепление. Дерганные движения муты. Все как надо. Ай-яй-яй.
Ну, плюс один дает о себе знать, нет? Конец скоро не наступит. Но марики дохнут, хотя и мута тоже. И туретки готовы возле мейна. Это очень-очень важно, ребята. Вряд ли саплай сдохнет, я думаю, кверт его защитит. Да, вот он его защищает ценой нескольких мариков. Ну и мутась там тоже сдох из-за плюс один. Все хорошо. Правда, здесь уже люркера. Все очень грамотно, все очень рассчитано. И он зерга, и даже если он особо чего-то не отнял своими летучками, у него есть еще ползучки, у него есть яички. Яички непростые. Яички золотые. Файеров подсадил, продолжает летать, развлекать. Явно хочет убить он этот магнитофон. Да не трожь ты магнитофон, ты чё такой подлый, Хосе? Да, ну тут явно саплай был обречён. Кстати, непонятно, зачем его вообще там надо было ставить. Совершенно не ясно. Не, добил. Ну, здесь третья база надежно прикрыта двумя люркерами. Хотя два люркера это не такая уж большая надежность, но все-таки. И, кстати, Хосе нет. Я думал, он будет наламываться, да. Да была бы неплохая идея с учетом того, что здесь Factory танки не производит. Можно было бы наломиться. Но, с другой стороны, три бункера. Три бункера это мощно. Бункермастер! Окей. Тамара, привет, братиша. Ай-яй-яй. Подлость. Дроп, ну, теперь была бы ГГ, не вполне понимаю. Ну, ладно. Играет такую супер прогеймерскую страту наш Кверти. Это масс веселяй, масс марики, без танчиков. Ну, бред, конечно. Ну, пожелаем ему удачи. Это достойный выбор стратегии. Это очень сложная страта. Не знаю, не представляю, как ей можно выигрывать, если у вас меньше 450 АПМ. Здесь 200 не хватает. Для того, чтобы играть такие страты. Там немножко подлетел наш Ион Зерк, но ничего не убил, потому что мута уже мало. Да и марики плюс один, все понятно. Так, пока затишье, кто-то мне что-то написал в скайпик. Ревушка мне что-то пишет. Иди в жопу, Ревушка, больше. Больше я на покер деньги не занимаю, пока мне $27 не отдадут. Поджал Хосе. По-зерговски поджал. И вот сейчас кажется то, что возомнил себя надой. Алена, не гони. И решил играть без танков. Ну, это очень плохая идея. Никогда он не выберется через этих люркеров. Не, никогда не выберешься ты, братишка. Ну, он Хосе ничего не боится, подкапывается прям под самым носом. И несмотря на эти три бункера, Хосе рвется вперед, хотя там фаер. Ай, как жжет фаер, как больно сейчас зергу. Нет, не убивает он, по-моему, хотя... А может, убивает, потому что здесь нет мариков. А-ха-ха, ну басик! Ну басик, Теран, там нету мариков, там один жалкий фаер. А, не, вот есть один марик, по-моему, но он стреляет как-то очень... Как-то очень беспонтово, очень медленно. Добивает, по-моему, добивает здесь Хосе. Нет, не добивает. Ай, как так вообще? Как так, ребята? Не, не добил. Хотя, казалось бы, что все. Но нет, не все. Уже три весла есть у Терана. Это приятная новость здесь еще. Муталиски, естественно, они не для атаки, а для того, чтобы сбивать, палить дропшипы. Полезная вещь, я вам скажу, оставить так остаток своих летунчиков, чтобы они вот здесь вот... А, даже так. Какун. Какун, ребята.
Какун, это серьезно? Да ну это до свидуся. Тиранчик, это до свидуся. Сейчас один залп нужно дать. Ну, убежали марики, но тут еще подкрепление. Мы видим, что броню зерк не забыл, поэтому атака перестала решать. И, соответственно, ну, в красивом, надежном стиле одерживает верх и он зерк. Даже, в общем-то, дефайлер не пригодился и даже какун не пригодился. Ай-яй-яй. Г. Конечно, Г. Конечно, Г, ребята. А, Дефи появился. Привет, Дефи. 179 зрителей. Ну, прям как старый добрый. Я молодец. Кстати, пожалуйста, плюсуйте меня. Я хочу обогнать гнусного лансера X, у которого 360 минералов. Плюсуйте меня, минусуйте лансеры. Да это очень важно. Сейчас, я надеюсь, мы все-таки... Ай, Валера ТТФ. Блин, я опоздал, короче. Конечно, посмотреть на Валерку ТТФ было бы более удачной идеей, наверное. Скан. Скан играет с Протосом. Или нет? Скан будет играть с Криоком. Че, может, Скана с Криоком посмотреть? Да, давайте смотреть Скана с Криоком. Матч 86. Хорошо. Да, оба они не там, поэтому, пожалуй. Я думаю, что это не будет ТВТ. Скорее всего, Скан поставит какую-нибудь дрянь и легко выиграет. Ну, ладно. В любом случае, это интересно. Даже не основная раса Скана, это интересно, я думаю. Так, Тамара ждет. Тут ребята ждут. Да, Скан приходит. Может быть... А, это ТВТ. Да зачем ТВТ? Че, мы ж не ТВТ все-таки? Не знаю, кто может обрадоваться ТВТ, кроме гнусного Виктора с Рипсов. Никто ТВТ не может обрадоваться. Но с другой стороны, это же... Хай-левел ТВТ, это ж не какие-то там нубасики, не какие-нибудь там Валеры с Джастисами. Ну, я Криоку поставлю. Да, красный Теран у нас будет Криок. А, Зергбой, точно, я видел в скайпе, что у тебя день рождения. Ну, с днем рождения, поздравляю. Напишешь мне там, я тебе газа подарю немножко. Немножечко. Я вообще не в моих традициях кого-то с днем рождения поздравлять. И, кстати, ребята, кто меня там поздравлял в Фейсбуке, там вообще какая-то левая дата проставлена. В общем, не обязательно меня поздравлять по дате, которая у меня указана в Фейсбуке, и вообще нигде правильную дату не указываю. Ну-ке. Да, но Зергбой с днем рождения, конечно. Молодец, красавчик. Хорошую команду сделал. Ну и Криок просто, бэкдор Теран. Прям как надо. Барак сразу, прям непонятно где. Восьмой. При этом в центре. Ну, естественно, не два барака, два барака в ТВТ. Можно играть и, наверное, даже... Может быть, даже и нужно против Скана, но... Восьмой барак, он выглядит, мне кажется, более... Более пристойно, что ли.
там есть какие-то надежды, если все провалится, все равно надежды есть. Окей. Да. А второй рабочий на разведку. Кстати, как-то баракстый так, что разведка его по-любому запалит. А, здесь тоже какой-то не такой барак. Не как у всех. Вот что значит хай-левел ТВТ. Ребята понимают, что тут надо артить. Придумывать всякую ерунду. Чтобы выжать из себя небольшой плюс, который выльется потом впоследствии в большое преимущество. С днем рождения, Йода. А, не, не надо. У кого там, кстати, еще день рождения? А, у Дефи, по-моему, недавно было день рождения. Я тоже не поздравил, потому что я... Ну, потому что засранец, я чего сказать. Бесчувственный засранец. Без капли... Чего, как это сказать? Без капли социальной адаптивности. Никогда никого не поздравляю. И вообще... Как-то ко всему этому отношусь неправильно, наверное. Окей, и бункер ставит Криок. Прям вот так вот, интересно, зачем? Ну что, видите, красиво получилось из-за того, что барак-то не как у всех, да? И поэтому получилось красиво. На, получи, глупый скан. Ха-ха-ха! Окей! Что-то вообще на ГГ-ху похоже, ребята, на самом деле. Потому что барак придется подымать, видимо. И не пройдет Марик к себе на базу, а тут будет постоянно подходить Марик и подходить, подходить и чем обороняться. Правда, Фэктори-то уже готово, надо идти вперед, надо бункер заказывать там прямо и микрить, микрить как бог. Вот это интрига, вот это Криок молодец, вот это страту подобрал, угадал. Везет сильнейшим, как обычно. А, окей. Минус рабочий, на, получи, глупый скан. Еще минус рабочий, на, получи, глупый, еще минус рабочий, а-ха-ха, ну басик, скан, ну басик, еще минус рабочий, правда, бункер-то не достроился, строй, строй, Криокушка, давай, а, минус рабочий, вот это красавчик, Криок, вот это машинка, микромашинка. Но вультурка все-таки выскочила, и это большая печаль, ну, не, нормально, можно, можно здесь в бункере посидеть, подождать немножко. Бум, сучка. Any translators? What do you mean? I can English a little. Шурили. Can English, but Russian speakers is always very bad. Как это? Tolerate my English. But I can. If you ask me, I can. English commentary. The best English commentary in the world. Wow! Tactical genius. Криок, tactical genius. Very nice, very. Very cool idea. He knows the map. He knows this is a very good decision. Very smart. He have the advantage, but not limited advantage. But surely he have... Or not. 16. Yeah, he have plus one SCV. And probably he have... Yeah. He have more resources, more buildings for now. So his position is better. No. Backdoor scan. Backdoor Terran scan. Make of raids. В рейс, I don't know how read it. В райс. Very bad. No anti-air. Very bad. Now it's no advantage for Craig, but it's still playable, I believe. Still playable. Still okay. Nothing terrible here right now. Also, he can play some counter-attacking. Yeah, let's go, let's go. Визмарин. Ладно, все, хватит английского. Что-то я запарился уже. Я потом потренируюсь, ребята. Я вам еще 2 года назад вам обещал, что я потренирую английский и буду. Как бог, короче, на английском комментировать.
Но пока что нет, что-то мне не хочется. Ай, два врайта уже, какой кошмар. Ну, инженерка достроилась, это нормик. Надо еще арморку достроить, или все будет плохо. Тут редко такое ощущение, что не достроится, хотя может и достроится. Так, здесь внезапно появился Марик от понятно кого, от скана. Ай-яй-яй. What language is he speaking? It was an English. The best English language. Окей. Все, хватит. Окей. No English commentary. It's my sanctions. Sanctions. Непонятно, чем занимается Крёк. В общем-то, этот танчик, культурку можно было бы... А, хотя нет, тут уже поздно куда-то отправлять. Тут уже своих два танка. Тут уже ЦЦ. И явно страта не сработала. Даже трудно сказать, почему. Видимо, вторая фэктори была лишней. Надо было сразу какую-нибудь там арморку. Или еще что-нибудь. It isn't English, he says. It was English! Best English in the world. Окей. Да, ну тут говорят, в общем-то, правильные вещи. Валера ТТФ рассказывает, что Крёк не умеет ГГ писать. В принципе, можно уже написать, потому что отставание, что-то я смотрю, какое-то прям большое, уже на 12 лимита. Вроде бы ничто не предвещало такого отставания, но ВТФ. I know a lot of English words. A lot of. Like a. Ладно, не буду, все. Починил, кстати, в Райтовска, но очень профессиональное действие. Наши русские ребята так редко делают. Только педантичный Теран этим занимается. Your English is good. Yeah. Godlike level English. Very good. Да, ну и тут, видите, придумал что-то все-таки. Крёк в атаку сходить придумал. Но мы видим, что здесь уже 4 танка. И, честно говоря, ну это сопли, которые ничего... решить не смогут. И при этом у Крёка нет денег на постановку ЦЦ. До сих пор 3 врайта живы, которые... Даже если сейчас попробует Крёк что-то поставить, ему, естественно, помешает. Он вроде бы как раз собирается или нет. А инженерку можно потерять. Вряд ли скан будет за ней охотиться. Нет, решил поохотиться. Крёк получил, по-моему, только что залп от танчика или нет. А, нет, это же бэкдор атакин. Бэкдор. Да, ну там надеяться больше не на что, только вот на эту атаку. Но боюсь, даже если он зайдет куда-то, да, удачно своими танками здесь станет, все равно это ничего особенного не решит. Йода, скажи, пожалуйста, где можно воды найти, а то с твича удалили. Не до конца прочитал, но... Вообще все воды есть у меня на компьютере, у меня больше, наверное, уже 300 гигабайтов водов. И если вы начнете их смотреть с самого начала, то... Я там примерно посчитал, что можно смотреть 2 месяца без перерыва. Вот. И даже если среди вас найдется такой задрот, который будет этим заниматься, то, может быть, я и мог бы скинуть эти воды. Но мне, честно говоря, лень этим там сортировать что-то, искать, подписывать, выгружать на YouTube. Очень мне лень все это делать. И вообще, я считаю, что надо жить настоящим. К черту прошлое, ребята, ищите мои лив-стримы. Я теперь буду почаще. Ой, дефайлер. Ну, там вряд ли все, там, скорее всего, избранные. А так в свое время я настроил очень много. Ну и, в общем, как я предсказывал, Крёк провалился с этой атакой. Танков слишком много у скана, слишком развита экономика, слишком большой разрыв по лимитам. До свидуси. Даже если убить старпорт, что это решает? Совершенно ничего. Ай-яй-яй. Окей. Можно заняться расставлением ВОшек здесь, я думаю. Что-то похоже, ребята с непривычки забыли, что есть лузера, и все поуходили после первых своих поражений.
Грустно это, ребята, грустно. Тем более, не забывайте, застримишь нас с Оном. А, Wait, please. Few minutes. Я думаю, что Верди против Иона это очень интересно. ЗВП, тем более, что это TVT, I think TVT is a bit boring. So, next game we will see Verdi very strong Russian Protoss, probably the best PvZ in the Russia against Ion Zerg, one of the best European ZVP. Okay, it will be very interesting. Тебя вроде как тоже с наступающим. А, не, меня не надо ни с чем поздравлять. Я это, как его, социопат. Мне это не нужно, все эти официальности. Где пропадал? Да где пропадал? Нигде не пропадал. Страдал, грустил, был в запое. Потерял мотивацию и всякое такое. Вот, но сейчас, видите, вернулся. Собираюсь проводить дефайлер туры как минимум ежемесячно. Плюс будет большой новогодний турнир, о котором я еще в конце скажу, когда будет максимум, наверное, телезрителей. Я скажу в конце про новогодний супертур. Более подробную инфу. И там будет целых $500, это скажу прямо сейчас. А $500 это огромные деньги. Да, жена на месте, хотя мы и разводимся там каждую неделю, но пока на месте, да. Разводимся, но еще не развелись. Как-то так. Yo, да, have... Ой, sorry, I don't read. Rocket Hellfire. Все понятно, неинтересно. Не, давайте подождем, что. Что-то как-то некрасиво будет, если... выйду посреди игры. Да нет у меня проблем с женой. Финита пришел. Сенсей, чё чекин-то не прошел? Засранец, ты же знаешь, как я ценю тебя в своих турнирах. Окей. Да не, ну я просто немножко, как это сказать, мудак и всякое такое. Вот, со мной трудно ужиться. Окей. Так, ну ладно. Ну все, Скан, давай, выходи, прихлопни этого парня. 15.00. Нет, ты ошибся, Финиты. Всегда в 12.15 у нас было начало и всегда будет, я полагаю. А, тут дропщик, ай-яй-яй. Ну все, ГГшулька. Сражается рабочими. Бум-бум, сучка. Много киллсов на два танчика. Ну, в общем, все очень хорошо. Здесь у Скана. И я думаю, он будет сейчас выходить. Тут пачуха танков. Ну, если все собрать будет пачуха танков, можно... можно идти уничтожать. А, бум, сучка! Не успел. Не по красоте. Третья ЦЦшка. Ну, Скан любит тянуть время. Ну, чё тянуть-то? 106 лимиты. Выходи, уничтожай. Унижай, сокрушай, разрушай. Немного других синонимов. Окей. Ей, европеен. Ну, ничего не происходит. Хоть не знаю, что. А, не, во, все, пошел Скан, пошел без раскладки. Не, с раскладкой все-таки испугался. Понял, что так можно и залить. Ну, игру-то не зальешь, а вот танчики свои можно и залить. Несмотря на большое преимущество. Йода, е. I will cast FA Verdi against Ion Zerg next game, because TVT is... too interesting, so interesting, so expressive and awesome, so it's too big level of awesomeness, so next will be ZVP or PVZ, as you wish. Okay. Бум, 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 сучка, бум.
Ну давай вперед, ну три танка, ну что за глупости. Let me play this is TVT. Okay, guys. Sorry, I out. Good luck, fun GG. Да, все, я вышел, ладно. Это было бэдманерно, и так не стоит делать, но... Ладно, все-таки и задерживать тоже нехорошо. Окей. Ион Зерк, ВЗ. Верди, let's go, go, go. Каст. Го-го. It will be very, very cool, ZVP. I believe, because Верди very strong. In PVZ. Ну вообще наш стримхак у нас. Верди can win any Zerg. Включая кого там, Зики. Верди тоже и Зики может убить. Короче, всех может убить. Если немножко лага включить, то будет все хорошо. The greatest, yes. The greatest game you've ever seen. Ion Zerg against Verdi. Айфу against Fire Resist team. The best team in the world, Fire Resist. World Cyber Games last FA Hemia was participating. So FA is legendary tech. Really legendary. Okay. So I... return to Russian, sorry. Да, так, в общем, возвращаемся к русскому комментированию. Тут красный протас у нас, Верди. Все как надо, и это луна. Блин, не знаю, луна это, наверное, не очень хорошо. А может и хорошо. Тут ничего сказать не могу, просто когда я играл на ЭККапе, старые добрые, я просто делал 9-й пул со скоростью и как бы выигрывал 10 из 10. Вот, на любом уровне выигрывал 10 из 10. Если там был экспаншн, я выигрывал просто всегда. Я даже не представляю, как тут можно не выиграть. Из-за широчайших проходов, из-за отсутствия стенок, просто делайте 9-й пул. И либо Протос делает 4 фотонки, либо до свидания. А если он делает 4 фотонки, то можно никуда и не бежать, можно просто развиваться в макро. И иметь. Какая антизерговская, ты финита просто не понимаешь, как тут играть надо. Он, видишь, и он зерг понимает, как тут надо играть. Он играет просто 9-й пул со скоростью. Потому что шарит. Можно и без скорости просто 9-й пул. Просто из-за того, что нету стенки, все, до свидания. Хрен поставишь как надо фотонки. Вот зря Верди это мутит. Лучше бы 2 гейта как-нибудь здесь, наверху. И там медленно... По старым старинным шаблонам выходить на экспаншн, ждать 13 минуты или когда там считалось волшебный тайминг для Протоса. Короче, ждете тайминга, выходите и хлещете кнутиком. По-протосовски хлещете кнутиком, одев латексную маску, вооружившись кнутиком, хлещете зерга. Я играл с Микфином специально для 12 хату, раз 15, он все сразу убивал. Так не надо делать 12 хату, кто ж на луне 12 хату делает? Че, нубасик что ли, финита? Ну, number of match сообщи мне. Я отменю все. А его, соответственно, покараю за фейкрепку. Ты ему напиши, если он не ответит, то я его вообще забаню, а если... Он скажет, что это по ошибке, то я просто исправлю, вы с ним сыграете. 108. Окей, пока что просто отменю. А, так Кликмер это наш русский пацан. Не, я его банить не буду. Sorry, little administration work. Мышка пропала. Окей. Да, все, отменил. Иди ламсер играй. С кликмером. Окей, ну что здесь? Да, пока что Хосе
не стал пробегать собачками, но думаю, что он будет. И Mineral Only, боже, какой бред. Боже, Хосе, такое ощущение, что... Не, ну он явно не играл на старых картах, так не играется. То есть были Next Time, MR, Ascension. I don't understand, but I think this is important information. MCA launcher is the best launcher in the world. Окей. Ну, короче, не понимает ничего Хосе в игре на Луне. Были попытки у меня играть через минеральник в свое время здесь, но здесь совсем все худо, широчайшие проходы, оборонить невозможно. И зачем, если можно поставить здесь, где более-менее что-то можно возвести? Then you will see what is building yet it's a sense you MCA. You are the best. Top 2 of the best in the world after Yoda Master. Ядро! Вот это да! Ядро, окей. Так, а здесь что? А здесь лейера-то у нас не будет или будет? 4 хаты до лейера, это старый стандарт. Мне кажется, я припоминаю, что многие протосы, особенно протосы, его ругали, такой стандарт без лейера в гидру, через 4 хаты. Мне кажется, что тоже это как бы стратегия не очень прикольная. Вряд ли она может сработать. Да и вообще на Луне зачем это нужно, если можно либо загидропушить, либо забежать собаками? Зачем это все? Зачем ждать гидры, если можно сделать победу собаками? Окей. Хосе не такой умный, как мастер Йода. Что и говорить. Он делает какую-то ерунду. Йода, хватит критиковать игроков. Твоя задача просто комментировать. Надоел тут со своими критиками. Ну, извинись. Ну ладно, не буду еще. Я просто так-то не знаю. Я уже забыл, что там по Старкрафту надо рассказывать. Я могу описывать, как собачки бегут, да? Машут хвостиками. Поддерживая, сударь. Время для гантельки. Ай-яй-яй. Окей. Окей. Сейчас придется кому-то из двоих, мне кажется, что-то делать. Да, все правильно. Пошел Верди вперед. 5 зелотами, но вряд ли эта атака достигнет успеха, скажу я по-манерному. Вряд ли. Очень вряд ли. Да, все так и происходит. Верди отступает. При этом отступает с достоинством, как настоящий член ФР. Неторопливо, без скорости, без ножек. Без лишней суеты отступает Верди. К своей погранзастае. Манерное комментирование. Тем временем Ион Зерк решил, что гейт здесь лишний и мешает проходу вердиных войск. Поэтому он решает немного помочь своему оппоненту и уничтожить этот гейт, который так досадно мешает Верди. Конечно. Добрая услуга от Ион Зерга. Вот, конечно, можно даже 3 гидралисками. Ну, разумеется, чтобы побыстрее все это было, по-манерному, не задерживать своего глубоко уважаемого оппонента. Зачем? Не стоит это того. Окей, ну и что? 9 фотонок. Ну, тоже как бы Верди манерничает. Решает, что в атаку выходить не обязательно. Лучше поставить 9 фотонок. Окей. Тем временем Тамара нам подсказывает, что Зерк, возможно, проиграл вот сейчас. Ну, Тамара тот еще теоретический эксперт. Его словам можно верить, я считаю. 2 электрика.
много гейтов появляется. И что, решил наломиться, что ли? На 9 фотонок? Ну, машина вообще. Не, ну это все, это до свидания. Для зерга, конечно же, не для протоса. У протоса там еще 5 фотонок позади стоит. Ну, как бы, конечно, фаржу. А, я понял, это был просто манер-маневр такой, чтобы сравнять ситуацию. Зерг был впереди по лимиту. И, соответственно, зачем? Зачем, подумал он, зерг так бэмить? Сброшу немножко лимита о фотоночке. Опять же, проходик освобожу. Манер гейм. Над манер парней. Ой, лэр появился. Ну, если появился лэр, наверное, надо ждать люркеров. Я так считаю. Ну, не знаю, что еще добавить. Джентльменская игра. С обоих сторон. Что, в атаку, что ли, пойдет? Да, снова пошел в атаку, и может быть даже что-то из этого выйдет. Хотя нет, решил по-манерному, снова отдастся, и он зерк, и он отдается. Молодец. Бум-бум, сучка! FR the best team in the world. Снова рассказывает вам Йода, потому что, ну, смотрите, Верди просто уничтожает своего оппонента. 77 против 40. Манерный стиль Ион Зерга привел к поражению. Слишком манерно он отдавался. Два раза подряд. На фотоночках и, конечно, все. Слишком много гейтов у Верди. Старгейта заметим, что нету Старгейта. А здесь нету шпиля, чтобы внезапно вынурнуть своими мутасями и покарать. Нет, их нету, зато вот 4-5 яичек. 5 яичек с люркерами, там обсервер. Как скоро обсервер, интересно? Да. А, ну, обсервер не скоро, но запереть не успел. И он зерк, а там как бы по земле, вот сейчас дойдет сюда Верди и будет очень весело. И он зергу. Будет ли ответная вежливость? Может, Верди забудет про этих 5 злотов? Или все-таки нет? Нет, Верди не такая вежливая, как и он зерк. Совсем невежливая Верди. Жестоко карает Хосе. По максимуму задерживает ползучих паучков. База явно упадет. Да, база пала. Ну и это, наверное, до свидуськи. Зелоты полностью себя окупили. Минеральника нету. Течи необходимого нету. По грейдам одна атака, что стандартно совершенно. У протас тоже одна атака. При этом появляются драгуны. Я в начале стрима объявил, что Верди для меня навсегда мужчина. Ой, то есть женщина. Я продолжаю верить, что это женщина. Ну, у нее такой амплуа, понимаете, она прекрасная дама. Навсегда останется такой. Нас не волнует надпись в паспорте. Окей. Главное — это внутренние ощущения. Так вот, внутренний Верди до сих пор женщина. Прекрасная принцесса, которая карает грязных парней. Че, где там обсервер? Обсервер. Да, обсервер скоро появится и вместе с этим. GG. Окей. Вообще-то не такая уж зрелищная игра получилась, потому что Хосе сыграл в ерунду какую-то абсолютно. Абсолютно полную ерунду сыграл Хосе. И как-то без шансов теперь он проигрывает. Люркеров не накопил из-за этого. Ну, можно атаковать. Я думаю, Верди достаточно опытна для того, чтобы это понимать. Она это понимает, она атакует.
штормит тут немногочисленных люркеров. Все сдохло, бум-бум, сучка. Три люркера подкапывается, сразу же дохнут. До свидуси, Хосе, джи-джи. Джи-джи. Да, джи-джи. Глупо сыграл его зерк, прямо скажем, и за это поплатился. Нельзя такие страты использовать на Луне. На Луне надо по системе мастера Йоды играть девятый пул со скоростью. Окей, let's go. И он один. Интересно, какую карту выберет Хосе? Да, ну, принцесса там просто атаковала, как дикое необузданное животное. Без всякого смущения и уничтожила Хосе. Хосе даже не набэмил. Матчпоинт выбирает Хосе. Блин, не понимая этого выбора, лучше бы Electric Circuit какой-то классический, где возможны стандартные схемы и шаблоны. Ну, матчпоинт, 200 вьюверов. По красоточке. Все замечательно. Привет всем, кто только что там присоединился. Мастер Йода меня зовут. Меня не было больше года. С Дефайлер турами. Вот я вернулся. Целуйте меня. Плюсуйте мне минералы на Дефайлере, потому что гнусный лансер меня обогнал. Я вот только что заметил, что у него 360 минералов, в то время как у меня. Дайте я вам скажу, сколько у меня минералов на Дефайлере. 321. Не хватает 40 для того, чтобы обогнать бомжу и... Короче, это не идет на пользу моему эго. Ребята, давайте поднатужимся и заплюсуем меня как следует. Че, пятого пула не будет? Не, нету пятого пула, ребята. В отличие от Луны, я думаю, здесь получится более обоюдоострая игра. Здесь все работает не так, как на Луне. Здесь можно и облажаться со стратой, но потом затащить все равно. Насчет $500 турнира и насчет предположений того, что туда придут задроты фиша, запомните, на этом $500 турнире, в общем-то, как и всегда на Defiler турах, если вдруг кто-то лагает и вам не хочется с ним играть, и вы считаете, что лаги серьезные, то вы можете просто об этом сказать, и решение будет приниматься в пользу европеоида. Потому что Defiler это все-таки больше европейский турнир, я считаю. У корейцев там своего говнеца хватает. Окей. Так, ну что, 12-я хатка от Ионзерга. Но Верди не постеснялась и влепила 12-й Nexus в ответ. Я считаю, что после такого Хосе может удавиться. Ну, не удавиться, но все равно это все плохо. Когда 12-й Nexus прото ставит, это кошмар. Там ведь будет еще гейт до фарджи. Может быть, фарджи вообще не будет. Может быть, даже там кибернетка до фотонок влепится. И там корсар настолько ранний, что все тайминги летят в известное место. Третий экспаншн. А, если вы вдруг на канале, скажите Скану, чтобы он подождал, если у него достойный оппонент, конечно. Если у Скана достойный оппонент, задержите его. Или у Зики, если достойный оппонент. Скажите там, Касто, Бан. Ну, вы знаете. Брейн Тос, это, по-моему, не очень достойный оппонент, да? Не стоит нам на него отвлекаться. А, и Верди, если она выиграет, она выйдет на Зики. Вот это по красоте. Ну и снова этот минеральный, который для меня не нравится он мне. Не нравится мне такая стратегия. Дорогие телезрители, я считаю, что это слишком сужает арсенал ваших будущих действий, нычка без газа. Она дает все понять вашему оппоненту, что не будет никакой муты, и он радостно может даже корсаров не строить. Просто от одного факта, от одного того факта, что здесь нет третьего газа. Не нравится мне. Первая игра мне не понравилась от Хосе, а вторая мне тоже не очень.
Несмотря на то, что Зики так играл и выиграл, я считаю, что Хосе так не выиграет против Верди. Да, Верди тут халявит, одна фотонка. Разумеется, кибернетка уже почти готова. Тем временем Лэйр и кибернетка должны заказываться. Ну, там схожий тайминг, но, по-моему... Да, Лэйр надо заказывать. Я не посмотрел, когда точно был Лэйр заказан, но мне кажется, Хосе тут не может сильно опережать по таймингу. Наоборот, он отстает. Ну, из-за дистанции он потеряет немного Аверадо. В лучшем или там, в худшем случае, наверное, одного Аверадо он потеряет. Но это только из-за дистанции. Да, вот он Старгейт. Старгейт строится намного быстрее, чем Шпиль. И вообще, там, плюс Корсар еще достаточно быстро производится. Короче, минус Аверадо будет. Такой мой прогноз, ребята. Замечаем, что в отличие от Лансера, Верди... Блин, а не так уж она сильно ведет по лимиту. Не, она ведет, по крайней мере, ее никто не обгоняет. Окей. Че тут по рабочим? По рабочим все хорошо у Хосе. В макро он играет. Это не жесткий какой-то тайминг на лом. Который может быть. Я одно время практиковал такую страту и прежде всего любил ее на матчпойнте, потому что не понимал, как на матчпойнте вообще играть. Я запомнил для себя такой момент, что здесь должно быть 9 или 8 даже дронов. Здесь 6 или 7 и, допустим, здесь тоже 6 или 7, но не больше. Если вот именно при таком количестве дронов начать строить гидру, то на все хватит. Но только на гидру, и тайминг получается максимально жесткий. И при помощи этой страты я убивал небезызвестного Альфию. Вдруг вы не знаете, я вам уже однажды рассказывал про это. Ну, я еще раз вам напомню про свои прошлые победы. Короче, страта хорошая. Окей. А еще Тамару 2-0 выигрывал. На ледере. По красоте. По лимиту преимущество небольшое. Фотоночка на мейне. Ну, такая лишняя фотоночка надежности. Ясно, что муты не будет. А нет, мута! Боже, какая ересь, какая ерунда. Зачем мута с двух газов? Ты чё? Братишка, тебе ж потом не хватит ни на что. Как ты собираешься играть-то потом? Муту настроил, но газа-то потом не хватит ни на всякие грейди, гидре. Ни даже на саму гидру будет. На саму гидру будет плохо хватать после такой муты со скоржами. Тут одна надежда, что он забреет, понимаете, Верди. Прямо вот этим вот забреет, тогда это хорошо будет. Но так как муталиска всего тут сколько, 5-6 штучек и фотонки. Ай, бум, сучка, да, фотонка готова. Нет, это недостаточный ущерб, я считаю, для постройки такой муты. Да, без эволюшена будет играть Ион Зерк, там точно на грейд не хватит. Короче, ерунда какая-то полная, на неожиданность стратегия. Ну, сейчас построятся корсары, и все, и до свидания. Потом пойдут зелоты, и... Нет, он строит эволюшена. Но это эволюшена для спор. Мне это очевидно, что это для спор. По лимитам все не так плохо. Еще хату ставит. Что за машина? Слушайте, сейчас, если, короче, Ион Зерк выиграет, то... Ну чё, надо будет мне съесть свою шляпу. Но я считаю, что это бредовое развитие с двух газов. Вот так вот делать все это дерьмо. На скоржей тратится, видите. Да, тут даже 9 муталисков нету. Я думаю. Да, тут где-то 6-7, не больше. На что страта-то? На панику Протоса? На что расчет, ребята? Может, кто-то меня просветит? Окей. Да, очень много гейтов. Ну, очень много. А здесь пока еще... Ну, гидралиски будут строиться, но так как они будут без грейда, у них будет поздний грейд... Ну, на радиус хватит, но... Да, тут будет гидра плюс собаки... Очень дешевое дерьмо, которое разлетится от технологичных войск. Ну, технологично, я считаю, что это электрики Василия и плюс один. Это уже технологично. Ну, здесь что-то летает.
минус Авирадоша. Окей. Полетели, полетели. Не надо, чтобы вырезались эти скоржи. Корсарами можно было даже дома посидеть. Наверное, не стоило этот Авирадоша таких рисков. Но все равно хорошо все. Здесь мута уничтожает зелотов. Главное, что скоржи не врезались в корсаров. Все прекрасно у Верди. Вот это вот сейчас как начнет работать. 91 против 80, 92. Тут резко лимит до сотни или даже больше подымется. И Верди пойдет в атаку. Люркеров, ясное дело, не будет. Обороняться будет нечем. И это, я считаю, должно быть до свидуськи. Стратегический прогноз от Йоды. Окей. 53 пробки. Что тут у Верди? 53 пробки, 1 зелот, 8 драгунов, 6 хай-темпларов, 5 корсаров, 4 фотонки. 32 гидралиска, 7 муталисков, 5 скоржей. Ну, короче, 34 гидралиска без грейдов. Почти 3 пачки, да. С этим можно согласиться, что да, почти 3 пачки. Но гитов-то посмотрите сколько. О, боги! О, боги! Есть уже драгуны. Иона все окей, не гони. Ты что смеешься? Сейчас от него места мокрого не оставят. С 5 хай-темпларами и с таким количеством гунов, которые достаточно удачный выбор. Но, блин, он теряет. Верди теряет хай-темпларов. Очень важных хай-темпларов, потому что корсаров позади забыл. Какой кошмар. Ну тут все равно, смотрите, тут все равно 4 хай-темплара еще осталось. Да, драгуны, но драгуны это хорошо, когда у вас есть хай-темплары, они там статично стоят, стреляют, а хай-темплары штормят. Короче, ну это все мертвому при парке, то, что делает сейчас Хосе. Ладно, не буду хоронить, неблагодарно это дело. Всякий раз, как я хороню, всякий раз игрок возьмет, да какой-нибудь там прием ушами проводит и... Да, вы видите, минус хай-темплар. Почти минус второй хай-темплар. Но нет. Да.